Ежегодняя нью-йоркская выставка-ярмарка Art Expo, которая зародилась еще во времена знаменитого родоначальника поп-арта Энди Уорхола, предоставляет своим гостям возможность ознакомиться одновременно с работами сотен художников, галерей, а также десятками направлений и стилей. На огромной выставочной площадке, которую можно без преувеличения назвать самой престижной в мире современного искусства, есть возможность узнать, что нынче актуально в различных уголках Земли, и за что ценители прекрасного готовы выложить круглые суммы. Само участие в Art Expo Нью-Йорк уже считается всемирным признанием. 2 года назад на выставке этой побывала известный эстонский искусствовед и галерист Ольга Любаскина, которая уверена, что творчество эстонских мастеров достойно быть там представленным. В результате участием в Art Expo галерея Ольги Любаскиной отметила свое 20-летие. Эстонию представляла 3 художника. Это Владимир Аншун, Сергей Инкатов, Юрий Хурев и художник Юрий Горбачев, который живет в Нью-Йорке и много-много работает и сотрудничает с нашей галереей. И, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить художников за их вклад, за их участие, и в том числе журналистов, потому что с нами были тоже журналисты, и нашу эстонскую команду всю, потому что благодаря только нашему совместному труду у нас вот получилось то, что получилось. На Art Expo Нью-Йорк были представлены работы художников со всего мира. От Австралии и Южной Америки до Японии и Китая. Но благодаря рекламному плакату Таллина, который был сделан руками Ольги и наших художников, многие из зарубежных мастеров загорелись желанием посетить Эстонию с выставками. Я надеюсь, что это будет в скором будущем, но наша галерея отмечает 20-летие уже выставками. Уже в мае и в июне месяце будет 3 большие выставки. Одна будет в старом городе во время дней старого города. Это с 12 мая. Это художница Марина Принцева и Юрий Горбачев. Потом будет в замке Фалиам традиционная выставка шедевра мирового искусства. Это будет белорусское современное искусство. Выставка называется «Посвящение Шагалу». Очень хорошие художники приедут из Минска. И 3-я выставка – это в рамках фестиваля «1000 эстонцев едут в Петербург». Мы делаем выставку тоже художницы Марины Принцевой, нашей соотечественницы в Петропавловской крепости. Стенду наших художников было уделено огромное внимание. Его назвали одним из самых профессиональных по составу участников, благодаря чему эстонские мастера уже сейчас получили массу предложений о сотрудничестве от галерей со всего мира, включая от самых именитых манхэттенских. А это, согласитесь, настоящий прорыв, ведь именно Нью-Йорк считается городом больших возможностей и столицей мирового современного искусства. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.